Всем привет, с вами Селиванси Екатерина. Сегодня расскажу, какой процент мы получаем. Многие вообще путают процент и в чем смысл дохода. У вас есть процент от личных продаж, он составляет от 25 до 35%. Это разница между ценой каталога и вашей. Вы сделали продажу личную или отправили заказ в другой город, через который получили со своего инстаграм-магазина или Viber Beauty чата, например. Также есть еще другой процент. То есть те личные продажи, это не относится к бизнесу, это просто ваши личные продажи. Там больших денег не заработаешь. Там сколько-то тысяч рублей вы заработаете, на этом все, это не бизнес. Бизнес, когда вы регистрируете людей, они покупают у вас по разным странам, городам, и вы с них получаете еще другой процент. Он составляет до 23%. Компания платит каждые 3 недели вам на счет, на карту банка. И здесь вы получаете уже действительно большие деньги. Вот это называется уже бизнес. Вы можете сочетать и личные продажи, и большой товарооборот вашего интернет-магазина. Так что всем больших чеков, доходов и расширяйте свой бизнес. Всем пока!